Всем привет! Меня зовут Джонатан Хиллер, и я являюсь директором по контенту в Team Kennedy. И сегодня мы поговорим о числах. Итак, к настоящему времени вы, наверное, уже знаете, что Роберт Фондом Кеннеди-младший баллотируется в качестве независимого кандидата на пост президента Соединенных Штатов. Но вы, наверное, слышали, как о нем говорят вот так. Кандидат спойлер. 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 Назвал Кеннеди спойлером. Я спойлер. Но действительно ли это так? Я имею в виду, действительно ли Бобби является спойлером на этих выборах? Мы изучили этот вопрос. И теперь у нас есть ответы. Во-первых, следует отметить, что большинство опросов проводятся основными средствами массовой информации, и, как правило, в каждом опросе участвует от 1 до 3 тысяч респондентов. И у большинства из этих опросов погрешность составляет плюс-минус 3%. В то время как мы провели общенациональный опрос, в котором приняли участие более 25 респондентов, и наша погрешность составила 0,6%. Это делает его самым точным прогнозом выборов 2024 года, который у нас есть на данный момент. Хорошо, давайте погрузимся в карты. Это прямое противостояние между Байденом и Трампом. Трамп с 294 голосами против Байдена с 244 голосами. Трамп побеждает с перевесом в 50 голосов выборщиков. И если вы такой же политический ботаник, как и я, вы знаете, что это не очень близко. Из Бобби в качестве кандидата от третьей партии Байден получает только 2 дополнительных штата, так что он все равно проигрывает Трампу. Хорошо, теперь вот здесь все становится очень интересно. В прямом противостоянии Роберт Ф. Кеннеди-младший набирает 367 голосов выборщиков против 171 голоса Джо Байдена. Теперь это то, что мы называем убедительной победой. И что самое безумное в этих цифрах, так это то, что если вы посмотрите на расходы на рекламу этих двух компаний, Байден потратил более 36 миллионов долларов на рекламу с 1 октября, а мы потратили чуть больше 2. Теперь следующий матч лицом к лицу, который мы провели, был между Бобби и Трампом. Очевидно, что это очень близкие выборы, но Бобби все же побеждает. Итак, подведем итоги. Байден не может победить Трампа в гонке 1-1, и это не так уж близко. Байден не может победить Трампа в трехсторонней гонке, и это все еще не очень близко. Бобби побеждает с большим перевесом над Байденом 1-1, и Бобби побеждает Трампа 1-1. Так что же, кто на самом деле является спойлером здесь? Потому что спойлер — это кандидат, не набравший голосов, присутствие которого в бюллетенях влияет на то, какой кандидат победит. Кандидат, не набравший голосов, влияющий на возможного победителя. Так что если вы не хотите, чтобы Дональд Трамп стал следующим президентом Соединенных Штатов, есть только один кандидат, у которого есть шанс победить его. И это Роберт Ф. Кеннеди-младший.